Все думают, что я шиза, но это не так, у меня есть мечта, я живу этой мечтой и считаю, что это просто великолепно. Давайте посмотрим замедленный повтор. Ну, я... happen to you if you're young at heart, for it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive just by being alive. Now here is the best part, you have a head start if you are amongst the very young at heart. Доброе утро! Ну так. Мой папа — неповторимый человек. Его всегда слушали, затаив дыхание. Он не просто рассказывал какую-нибудь историю, он как бы переживал все эти события. Мне ничего не больно. Я часами просиживал перед зеркалом. Это очень беспокоило моих родителей. Мама даже стала пугать меня. Если не прекратишь так делать, то увидишь в зеркале дьявола. Это только подстегнуло меня. Некоторые очень неплохо на этом зарабатывают.
Она сказала мне, если ты прекратишь надоедать мне и другим ученикам, то в конце каждого дня я буду давать тебе 15 минут, в течение которых ты будешь придумывать, как изобразить свою следующую жертву. Это великолепно! Это совершенство. Спасибо за сотрудничество. Само совершенство. Heaven help me, my head's spinning round. Stop this airplane, cause I got to get down. I had a dream last night. Мы все работали на этом заводе, страшно ненавидя то, чем нам пришлось заниматься. Работа очень сильно давила на нас. Мы начали ненавидеть все это и превратились в монстров. В один прекрасный день мы решили, что должны бросить эту работу, так и не решив, что будем делать дальше. Сесть в машину и отправиться в путь было огромным шансом. Мы были очень рады этому решению, потому что это давало нам шанс стать самим собой. Yes, I can destroy, yeah. Loser. Мне стало понятно, что жизнь никогда не будет предсказуемой, и в мире нет такого понятия, как надежная работа. Но я всегда буду делать только то, что я хочу. Моя мама дала мне для выступления синтетический костюм, уверяя, что именно такие носят все мальчики моего возраста. Жутко надоело быть мистером Никто. Доброе утро, дамы и господа! Добро пожаловать на шоу! Чтобы выступить в клубе, я практически каждый вечер проделывал путь 50 миль туда и обратно, чтобы подготовить свое бесплатное субботнее выступление в клубе Як-Як. Я работал и работал. Меня даже стали узнавать. Дамы и господа, пародист этого года Стив Мартин. Джек Бенни. Я не буду выступать в Плаза или где-нибудь в этом городе. Джима Керри уже сравнивают с такими суперзвездами, как Джонни Карсон и Робин Уильямс. Избегайте шоу Джима Керри. Не ходите туда. Это может навредить вашему умственному и физическому состоянию. Избегайте шоу Джима Керри. Инопланетянин. Нелсон Райли, инопланетянин. Ха-ха-ха!
Огромное спасибо. Очень скоро я стану жутко популярным. Это уже не будет просто Джим Керри, идущий по улице и делающий все, что ему взбредет в бошку. Этого Джим Керри еще никто не знает. Надеюсь, пройдет совсем немного времени, и я уже не смогу просто так гулять по улице. Это будет интересно. Я не смогу и шага пройти неузнанным. Несравненный Том Джон. Сейчас я один из самых известных исполнителей, но мне не совсем нравится то, каким путем пошла моя карьера. Прочитав сценарий, я понял, что это вещь написана под меня. Умираю, хочу поскорее начать сниматься. Фильм открывает передо мной огромные возможности. Звучит заманчиво. Надеюсь, это так. И кто он? Ты? Я? Ты? Я? С первого же дня они в меня поверили и во всем поддерживали. Ты? Я? Я не испытываю по этому поводу никаких переживаний. Меня это завораживает. Я точно знаю, что такое нервный срыв. Я всегда старался быть хорошим сыном и помощником. Я хотел дать своей матери только лучшее. Все приезжающие в Лос-Анджелес начинают вести буйную жизнь. У него был шанс. Ничего не получилось. Все. Вы прекрасные зрители. Я выступаю здесь всю неделю. Может быть больно, но клянусь, вам это понравится. Я часто выступал в клубе The Comedy Store. Публика не особенно восторженно принимала мои номера. Тогда я начал бороться. Я смогу это сделать, чудак. Я лучший из пародистов, чудак. Какой облом! Я люблю экспериментировать. Ну что, пошли? Не пытайтесь проникнуть в мою душу. Просто оставьте меня в покое. Да, именно поэтому я стал слушать эти кассеты. Нет, простите, но это не для меня. Не пытайтесь проникнуть в мою душу. От этого можно и пострадать. Я изгоняю демонов. Я болен. Да.
Итак, начнем съемку. Кто не участвует, отходит в сторону. Привет, я Перри. Мужчина, мне нужен мужчина. Я знаю, что это такое. Пожарник, мой герой, он родился просто так. Я так давно уже горел, что мне уже не больно. Надо туда ходить. Остановите меня! Мой отец считал, что моя жизнь идет в правильном русле. Он вдохновил меня на этот путь и никогда не отказывал в помощи. Thank you.
И на случай, если мы сегодня больше не встретимся, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи.